это истинное лицо Empire Tel Aviv. Посмотрите на эти обширные стены, посмотрите на черный потолок. Не знаю, ну вот как это еще назвать? Вот, обшарпанные стены, обгорелое что-то. Все фанеры, доски какие-то, забито, вон перезабито, вон смотрите, дырки. Вот это истинное лицо Empire Tel Aviv. Отец Петр разоблачил это. Бывайте.